Друзья, всем привет! С вами Кира Штафун, автор проекта Let's Row, проекта о здоровом питании, сыроедении и фрутарианстве. Сегодня мы говорим на тему сыроедения для похудения. Можно ли с помощью сыроедения похудеть? Конечно, можно. Особенно, если у вас накопились лишние килограммы, особенно если у вас нечистый организм, сыроедение способно вывести все шлаки, все токсины, всю ту грязь, всю ту слизь, которая накопилась в вашем организме, в частности, в кишечнике, в желудке и так далее. Сыроедение – это потребление живой растительной пищи, которая способна очищать, а не загрязнять. Когда мы потребляем нашу традиционную еду, вареную, жареную, к сожалению, она откладывается на стенках нашего кишечника. Откладываясь на стенках кишечника, она не позволяет больше всасываться полезным веществам, которые должны поступать из пищи в кишечник. И постепенно этот процесс все усугубляется и доходит до такой степени, что вы вот съели порцию еды, а вам снова хочется есть. Почему такое происходит? Потому что кишечник уже так загажен, что просто полезные вещества из этой пищи не всасываются, потому что там образована такая довольно-таки плотная, можно сказать, уже каменистая пленка. Поэтому вам хочется съесть еще, наверное, в 4 раза больше еды. И так со временем, наверное, к среднему возрасту, а может быть уже и к пожилому возрасту, вы можете есть уже очень много. И все это ведет, конечно же, к проблемам со здоровьем, к различным заболеваниям. Вам необходимо чистить ваш организм, чистить ваш желудок и кишечник. Когда уйдет весь этот шлак, ведь шлак может иногда достигать 5, а то и 10 килограмм, вы непременно похудеете, ваш организм станет работать вновь по тем жизненным циклам, по которым он должен работать, и вес стабилизируется и придет в норму. Друзья, переходите вместе со мной на сыроедение. С вами была Кира Штафун. До новых встреч!